Что вы думаете, стоит ли вакцинироваться? Я много раз об этом говорил, еще раз спрашиваю. Понимаете, спросить у врача, у педиатра, как ты относишься к вакцинации, это все равно, что спросить у священника, как ты относишься к Богу. Вакцинация – это самый эффективный способ профилактики инфекционной болезни. В плане коронавирусной инфекции. Боюсь, у нас на сегодня, у человечества другого пути нет. У человечества попыталось, некоторые страны попытались создавать коллективный иммунитет, мол, все переболеем, но вирус мутирует, есть серьезные проблемы, причем, оказывается, люди, которые перенесли коронавирус легко или перенесли его там несколько месяцев назад, люди, которые имеют малое количество антител и являются той идеальной биологической средой, которая способствует мутациям. Поэтому надо понимать, что все вакцины от коронавируса создают уровень антител, уровень клеточного иммунитета выше, чем тот, что образуется после перенесенной болезни. Поэтому на сегодня вакцинацию, я считаю, однозначно нужно. Я уже привит, ну, по крайней мере, первой дозой AstraZeneca. Вот, я уже привит. Я, несмотря на то, что я тоже переболел, но легко, правда, но факт остается фактом. Я всем рекомендую вакцинироваться, независимо от того, привиты вы или нет. Детей не прививают только потому, что еще нет, не было времени на то, чтобы провести среди детей клинические испытания. Но на сегодня Pfizer и Moderna уже начали клинические испытания вакцины среди детей. И, собственно говоря, речь идет о том, что, похоже, если мы не организуем всеобщую вакцинацию, включая детей, мы из коронавирусной эпопеи не выйдем. То есть дети будут, если перестанут болеть взрослые, привитые, начнут более интенсивно болеть дети.